утра. Сегодня снова мы посмотрим АИМ турнир, АИМ 1x1. Сегодня у нас в четвертьфинале встречаются Mozilla против ReZiWoW. Достаточно интересная игра. Ожидается. Вот ждем, пока прогрузится у нас Source TV. Пока оно не прогрузилось, ребята не зашли. Поэтому не буду включать картинку. Посмотрю, может быть, там уже какие-то другие четвертьфинальные пары готовы. А пока что смотрю, нет, не готовы ребята порадовать нас очередными баталиями. Видимо, напряженные игры в 1/8, поэтому мы сейчас не можем так вот заранее проставить счет. Вижу ревайз, точнее, извиняюсь, ревайз, вау, да, точно. Ревайз у нас. Сейчас я включу картинку. Вот, у нас ребята зашли, у нас Glock On. Сейчас я поменяю название. Revice, вау. Вот так вот должно быть. Удалю предыдущее сообщение. Так, нет, все-таки не Glock On. У нас, видимо, ребята порезались. Напоминаю, у нас турнир трех карт. Решили взять они AIM Dust. Ну что ж, посмотрим, как им даст этот даст. Вот, и я пока что тут почаевничаю, что ли. Пока у нас 1,5 минутки есть, прогрузится карта Source TV. Говорят, у каждой женщины есть свой секрет. Все, готовы мы смотреть четвертьфинал в исполнении Ревайза и в исполнении Мазилы. Первая же чешка отлетает у нас у Ревайза. Он даже не успел увидеть, где противник-то находится. И погнали. Я думаю, что действительно очень интересный матч нас ожидает. Я даже не возьмусь предположить, кто из них выиграет, потому что Ревайс слишком как-то легко своего соперника в 1/8 обыграл, там со счетом 16-2, причем карта Redline. Там даже слабо стреляющий человек может нормально взять так эдак 5-6 раундов, а уж всего лишь 2 отдать. Молодец был Ревайс в 1/8. Сейчас посмотрим, он пока что выигрывает у Мазилы, но Мазиле, как обычно, надо пристреляться к сопернику. Это все-таки не Глокон, где он действительно очень хорош. А на Дасте у него может быть даже и поменьше шансов, нежели на других картах. Стреляется он достаточно вот так вот в открытую, но не особо как в него попадает Ревайс. Не добил 10 хп, и у нас счет 3-3. У меня многие спрашивают, почему так рано создаются турниры. Ну, те, кто не знают, поясню. У меня понедельник, например, выходной. Да и в принципе, и когда рабочий день, у меня работа начинается с 2 часов. Маленький рабочий у меня день. Мало часов. Халявщик я. Вот, поэтому. Главное, что деньги хорошо платят. Между тем, 4-5 у нас. Mozilla уже впереди.
Так вот, утречком я отвожу дочку в садик, и ну чем мне заняться? Спать я уже не хочу ложиться. Домашние дела, как обычно, могут подождать. И, соответственно, почему бы и не сделать турнирчик, тем более вон 30-32 человека спокойно набираются за 10 минут регистрации. Поэтому почему бы людей не порадовать, и чтобы они не жаловались, что нет турниров. Как у меня дочка выражается, стрелялки. Вот сейчас русскую стрелялку подобрал ревайс, залепил ему в чайник мазила и добил в тело. 6-6. Действительно хорошая, интересная, напряженная борьба у нас на AIM Dust. Можете оставлять свои заявки на стрим вашей игры, кроме АВП ладдера. Не люблю АВП ладдер, не нравится мне. Ну, слишком банальная стрельба с АВП, только лишь с АВП, да, поэтому стримить там никакого интереса нет. То есть там все сводится к тому, что попал, не попал. Вот, здесь у нас 8-7, пока Mozilla впереди. Не скажу, что это какое-то тотальное преимущество. Получится ли у нас у Revise что-то противопоставить Mozilla, тем более, что вот, пожалуйста, 8-8, и возможно, будет какая-то вот такая вот сенсация. Нет, не попадает. Mozilla хорошо, грамотно стрейфится. И 9-8. Ну, здесь зажать, по сути, надо. Не зажимают игроки, молодцы, на самом деле. Не знаю, я бы зажал бы, потому что, ну, что, средняя дистанция, турнирная игра, почему бы и нет. Подлагивает у меня картинка, извиняюсь, конечно, за качество. Снова, ой, 3 хп, ну, осталось, в принципе-то, тут просто в пятку попасть, добить эти 3 хп, не попадает пока что. Ну, и у Ревайза, в принципе, шанс только попасть в голову, других шансов нет. Да, забирает в тело у нас Mozilla, 10-9, снова он впереди. Действительно, очень интересная игра наблюдается, причем ребята не зажимают, не аркадят друг друга. Просто стреляют так, как на ими, в принципе, и должно быть. И вот два раунда преимущества, я что-то как-то не припомню. Возможно, было уже два раунда преимущества, может быть, я что-то пропустил. Вроде бы как уже во второй раз. Ну что, с самого начала у нас Revise выигрывал. А, да, 3-1, это значит еще третий раз, потому что было 10-8. Да, забирает все-таки Mozilla, уже 12-9. Так, ну что, все близится к тому, что все-таки Mozilla вот такими маленькими шажочками, но выйдет в полуфинальный матч, где ему может противостоять либо Смайл, ой, как присел он, да, и попал ему в голову Ревайс. Краба изобразил сейчас Mozilla, снова забрал он Ревайза, попал в голову, потом добил. Молодцы ребята, красивая игра, достойная, даже я бы сказал бы полуфинала, не говоря уже о четвертьфинале. Хорошо, красиво стреляетесь. Да, конечно, там не сразу первый патрон в голову. Вот у нас минимальное преимущество уже у Mozilla остается. Что-то у меня сегодня с голосом. Так, и 14-12. Ну что, два раунда осталось Mozilla. Сможет ли все-таки Ревайс? Нет. Три матчпоинта. Со второго, мне кажется, точно заберет Mozilla. Не знаю, может быть, даже с первого. Ну, давайте посмотрим, что Ревайс, возможно, последний. Да, надо было зажать, но немножко раньше это надо было сделать. Все, смотрим, 16-12. Спасибо ребятам за эту интересную игру. Я ненадолго отключусь и включусь обратно к вам. Мы покажем продолжение данного турнира. Не переключайтесь.